Извините. Хотите вступить в путь Джашина? Ему просто хочется убивать. Но ведь это можно и по-другому делать. Вам понадобятся мои способности. Ну что ж. Эй, девушка! Хотите вступить в путь Джашина? Мы убиваем людей и остаемся безнаказанными. Господин Джашин, наоборот, это даже одобряет. Значит, это ты тот самый маньяк-убийца. Маньяк? Да с чего ты взяла? Я приношу людей в жертву Джашину. И? Не похож на воскрешенного. Ладно, проверим, насколько он бессмертен. Вторая группа, что ли? Точняк, этот угрюмый басист, а девчонка стоит за клавишами и поет. Или нет, а на вокале вот этот пацанчик. Я не дам вам уйти! Больно ж, твою мать! Это... тебе не поможет! Умри! Ах ты ж наглый ублюдок. Эй, а ты чё не сдох, а? Все раны, которые ему наносят, передаются тому, чью кровь он лизнет. Но почему же он бессмертен? В чем дело, Итачи? Он будет полезен для Акацки. Это он-то? Что-что? Жестокость, убийство. Мы в Акацке способны на все. Мы банда головорезов. Три. Теперь у каждого есть напарник. Не думал, что мы будем вместе. Да я и сам не ожидал. Не беси меня, или убью.